Такой классический рецепт фарша с овощами станет отличной палочкой-выручалочкой для хозяек, которым уже лень придумывать оригинальные блюда из фарша. Тут все просто и сочетается с любым гарниром. Чем мне нравится этот рецепт приготовления фарша с овощами? Конечно же, своей оригинальностью. Получается очень интересное горячее и ароматное блюдо, которое отлично сочетается с любым гарниром. Лучше всего, кстати, как мне кажется, такой фарш дружит со спагетти. Попробуйте. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Фарш обжарим на растительном масле, постоянно помешивая, чтобы развалился на мелкие кусочки. 2. Когда фарш зарумянится, добавим измельченный лук и морковь, жарим еще 10 минут. 3. Когда и лук с морковкой будут готовы, уменьшаем огонь, добавим измельченный перец, чеснок и помидоры, убавляем огонь, добавим томатную пасту, перемешаем. 4. Тушим, пока соус не загустеет. Добавим специи, еще раз перемешаем и снимаем с огня, готово. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. А теперь ингредиенты. Фарш, 500 грамм. Лук, 2 штуки. Перец, 2 штуки. Морковь, 1 штука. Помидоры, 2 штуки. Чеснок, 4 зубчика. Томатная паста, 4 столовые ложки. Специи, по вкусу. Количество порций, 5-6. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем приятного аппетита, жду вас снова.